Рейды по местам реализации и хранению пиротехнических товаров продолжает отдел потребительского рынка администрации города Ангарска совместно с работниками Госпошнадзора. Сегодня специалисты посетили 3 предприятия. Нарушения на местах не установлено, реализация идет в соответствии с правилами. То есть имеются на местах сейфы, имеются огнетушители, все соблюдается. Проверяющие говорят, что и в прошлом году, накануне и во время новогодних праздников, предприниматели старались не нарушать правила торговли пиротехникой. Это говорит об их ответственности. Тем не менее, специалисты настоятельно рекомендуют взрослым аккуратно пользоваться данной продукцией и не давать ее в руки детям.